продукции. Безопасна ли мясная продукция в Ивановской области? На этот и многие другие вопросы журналистам ответил начальник региональной службы ветеринарии Хасров Абдулаев. Вступлением в силу технического регламента о безопасности мяса и мясной продукции претензий к производителям стало меньше. В регионе оборудованы 32 убойные площадки, где в соответствии со всеми правилами проводится ветеринарно-санитарная экспертиза и клеймение мяса и мясных продуктов. По словам начальника ветеринарной службы, больных животных в регионе выявляют крайне мало, менее 1%. Но это не повод расслабляться. Безопаснее приобретать мясо на рынках и в крупных супермаркетах, где есть ветеринарный надзор. Небольшие магазины могут в этом отношении грешить и торговать мясом неизвестного происхождения. Надо знать, что покупатель всегда вправе потребовать документы, подтверждающие качество мясной продукции. Вы вправе спросить, чтобы знать происхождение этого мяса, в магазинах ветеринарный сопроводительный документ на данное мясо, его сопоставляя, когда у вас поступило? Вчера. Этот документ выдается на 3 дня. 3-5 дней. Все, посмотрели? Ага. А то, бывает, могут вам показать прошлогодний, там, еще 2 месяца назад, если вы не знаете. Все. Она дается, и до окончания его реализации этот документ будет правильным. По накладным посмотрели? Ага, накладное. А каждый потребитель имеет право смотреть, согласно закону о защите прав потребителей.